Привет, друзья! Великобритания передаст Украине танки Challenger 2. Ожидается поставка 14 машин. Танк Challenger 2 поступил на вооружение Великобритании в 1995 году. Сейчас их в наличии около 220 штук. Танк оснащен мощной многослойной броней. В боевых действиях в Ираке, когда один из танков застрял, броня выдержала 15 попаданий из противотанковых гранатометов РПГ-7. Усиленное бронирование танка сказалось на его весе. Он просто колоссальный. С базовых 63 тонн он может достигать 75 тонн со всеми защитными элементами. Естественно, это сказалось на проходимости танка не в лучшую сторону. Помимо этого, в случае поломки, танк будет проблематично эвакуировать. У Challenger 2 нарезная 120-мм пушка. В 2002 году НАТО проводило испытания танков на точность стрельбы. Самое точное орудие оказалось у танка Леопард 2А5 – 78% попаданий. Второе место у танков М1А2 Абрамс и французского Лекрек – 72% попаданий. Количество попаданий Challenger 2 составило 69%. После этого система управления огнем танка была модернизирована. В танке применяется ручное заряжание орудия. Сначала в орудие вставляют снаряд, а затем пороховой заряд. Скорострельность при таком способе заряжания около 7 выстрелов в минуту, на дальность до 8 км. Танк оснащен тепловизором с расстоянием работы до 3000 метров. Двигатель мощностью 1500 лошадиных сил позволяет танку развивать скорость по пересеченной местности до 40 км в час. Экипаж танка – 4 человека. Цена танка Challenger 2 – 6,8 миллиона долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.